Привет. Есть некоторые организационные моменты. Видео будет посвящено тем, кто смотрит меня достаточно регулярно. Конечно, всем огромное спасибо, кто на меня подписался. На моем канале 2000 с лишним подписчиков. Это, конечно, капля в море, но для меня это приличная цифра. И канал я решил переименовать. Сейчас быстренько объясню, почему. Дело в том, что когда я купил этот гараж, я начал тут заниматься тем, чем я хотел заниматься всю жизнь. Было у меня на тот момент где-то чуть меньше 50, сейчас мне чуть больше 50. Ну, самое время начать заниматься любимым делом. Я не знал, как назвать канал, и назвал его просто по номеру своего гаража. Ну, я предполагал, что я буду показывать то, что я делаю в гараже, что-то я, какие-то открытия, сам что-то, сам учиться и учить других на своих ошибках. Ну, короче говоря, все, что я тут делаю, то я и думал, что я буду показывать. Уж не знаю, надо это кому-то или нет. Значит, но как бы время шло, и, в общем-то, хобби начало немножко переходить не то чтобы в бизнес, а в какое-то вот ремесло. То есть я занимался, сначала у меня были только одни ручные инструменты, потом я уже приобрел стакарный станок небольшой. Значит, потом в процессе появился недавно ленточный пильный станочек маленький, пока, ну, удаленький. Вот. И, в общем-то, гараж, это вовсе не гараж, потому что машина сюда точно не заедет. И он уже превратился в некоторое подобие мастерской. Кроме того, значит, ВКонтакте я сделал группу, в которой я показываю подробно свои изделия, то, что я делаю. И эта группа называется «Мастерская Властелин Полен». Мы с женой думали, как обозвать мастерскую, чтобы, может, было и поприкольнее, и, так сказать, запоминалось. И, в общем-то, мы перебирали массу названий, и вот нам в голову пришло, что «Властелин» сначала там деревяшек, потом деревяшек неприкольно, раз «Властелин», значит, можно это сделать аллюзию на «Властелин колец». Но а поскольку у меня поленья здесь в гараже валяются, и я их собираю везде по всем окрестностям, прошу у друзей, у садоводов, которые пилят свои деревья, то получается «Властелин поленьев» было бы с точки зрения русского языка. Но тогда пропадает аллюзия на «Властелин колец», поэтому было принято решение назвать немножко неправильно «Властелин полен». Ну, значит, назвали, так и назвали. И та группа называется «Властелин полен». Там я показываю более там четкие, резкие фото. Там же размещаются видео с этого канала. В основном это шорты, которые посвящены изделиям. Вот. И чтобы не было разночтений, там будет «Властелин полен» называться. И здесь канал будет тоже называться «Властелин полен». Поэтому хочу, раз, чтобы не было там удивления какого-то, кто меня смотрит. Я знаю, что меня смотрят несколько постоянных зрителей, которые пишут регулярно комментарии. Есть, конечно, те, кто просто там что-то один раз увидел, подписался, и так у меня это и висит. Но есть и постоянно. Я благодарен и тем, и другим. Значит, кто меня будет смотреть, я попрошу, значит, распространять мое творчество в массы, ставить лайки и писать комментарии. Комментарии желательно писать больше 4 слов. Говорят, YouTube любит, когда больше 4 слов. Тогда он продвигает видео. Вот. Ну, в общем-то, и что я хотел сказать. Тематика канала примерно не изменится. Это деревяшки. Какая-то тут, может быть, минимальная гаражная кулинария. И также обзоры каких-то инструментов, техники, станков и то, что попадает в мои шаловливые ручонки. Спасибо за внимание. Пока.